Артем Смирнов, менеджер сборной России. 4 игры, 4 победы, закончен групповой этап. Есть какая-то общая оценка, как выступила наша сборная на групповом этапе? Ну, пока все по плану. Собственно говоря, мы планировали пройти без серьезных сложностей группу. Поэтому пока все по плану. А какой матч сложнее всего сложился для нашей команды? Ну, наверное, все же с молдаванами, да, потому что, ну, изначально мы предполагали, что это будет самая сложная игра в группе, потому что молдаване очень грамотная команда, в первую очередь по-футбольному грамотные, футболисты играющие, и самое главное, они в этом формате играют постоянно. А нам приходится всегда втягиваться в формат через турнир, а они уже входят подготовленные. Тренерский штаб сборной определился уже окончательно с сочетаниями футболистов? Ну, я думаю, что да, потому что звенья, они, по сути, со второго матча уже сильно не видоизменялись. Сегодня были определенные ротации, но были связаны они не с поиском какого-то состава, а с возможностью дать отдохнуть игрокам, потому что завтра плей-офф. Ну, несколько слов, какие команды выделяются на этом турнире? Вообще, кто фавориты чемпионата мира в формате 6-6? Ну, фавориты те же, кто и предполагался. Неожиданностью, пожалуй, группа, и она действительно оказалась такая плей-оффная группа, если можно так назвать ее, это Венгрия, Румыния, Германия и Словения, где, собственно говоря, 4 команды уровня плей-офф. Во всех остальных были выражены фавориты, они, собственно говоря, и все в плей-офф. Теперь сборная России, если она хочет максимально далеко продвинуться на этом турнире, предстоит играть по 2 поединка в день. Мы к этому готовы? Я думаю, что мы даже более других команд готовы. Мы это и наигрывали на сборах, столь напряженный график. Я скажу, нам такой график легче, чем одна игра за 2 дня. Поэтому мы точно готовы. Спасибо огромное и победе сборной России.